Это итоги недели. В студии Мария Бересневич. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих 7 дней. Семейный капитал, современные технологии и популярный бренд. В стране сохраняется динамика роста продаж новых легковых авто. В пользу какой марки делают выбор покупатели? Только вместе мы сильны. Беларусь отмечает День народного единства. Мы едины и сплочены. С чего начинается Родина? Как посеешь, так и будешь сыт. В стране полным ходом идет уборка урожая. В этом году уборочная. Я считаю, что нас радует. Хватит ли картофеля на всех? Просто объедение. Школы перешли на новое меню. Все очень вкусно, повара стараются. Творожные блинчики или сочные митболы. Дерзко и экстравагантно. В областном театре драмы и комедии открыли новый сезон. Много движений, много энергетики. Чем удивили ценителей прекрасного? Бешеные ценники, масштабное наводнение и жажда чудес. Apple презентовала 15-й iPhone. Какие характеристики? Рабочий визит. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Ключевые темы переговоров – международная повестка и региональная проблематика. Также лидеры союзных государств обсудили совместные экономические задачи и работу в сфере импортозамещения. Президент Беларуси рассказал о перспективах сотрудничества с КНДР, странами африканского континента и о мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке России. Хочу вас проинформировать, не то что перебои, некоторые сложности – на рынке по топливу. Мы стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило, по-моему, по 60 тысяч дистоплива бензина, и ситуацию стабилизируем. На наших общих рынках, если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки и для внутреннего потребления увеличить, это не проблема. Спасибо. Поэтому мы решаем эти все вопросы и мелкие, и крупные. Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми этими рабочими днями. Приятно было видеть вас с Ким Чен Ым на Восточном космодроме, потому что сам был там уже как-то приятнее. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия. Знаю, что интерес огромный у кореян к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется с учетом тех проблем, которые существуют. Я вам расскажу о сотрудничестве с Африкой, с африканскими государствами. Посещал Беларусь руководитель Гвинеи экваториальной, очень известный человек и продвинутый человек. Есть тоже совместная работа по африканскому направлению. Словом, казалось, что мы уже решили все вопросы, они все накапливаются и накапливаются, поэтому есть необходимость вовремя и посоветоваться, и потому я вам благодарен, что вы нашли в это тяжелое для вас время, все-таки перелеты такие, нашли время для того, чтобы посоветоваться и обсудить действия на будущее наше. Александр Лукашенко отметил успех интеграционного сотрудничества. Должностные лица обеих стран выполнили уже 80% поручений глав государств. Впереди еще 3 плодотворных месяца работы в рамках договора о создании союзного государства на 2021-2023. Историческая дата, которая стала поводом, чтобы окончательно осознать, какую цену белорусы заплатили за право зваться нацией и жить на своей земле и в собственном государстве. Беларусь отмечает День народного единства. Это благодарность современников предыдущим поколениям, которые отстояли право самим определять свою судьбу. Бобруйск, как всегда, отметил праздник с размахом. Обо всем по порядку. Ольга Васенда. В микрорайоне Молодежный в преддверии самого молодого праздника нашей страны открывают памятный знак и улицу Народного единства. Она связывает 3 транспортные артерии – проспект Строителей, Днепровскую флотилию и бульвар Прибрезинский. Этот участок дороги и троллейбусную линию открыли летом. Я хотел бы пожелать здоровья, любви,
радость, чтобы все наши мечты всегда сбывались. И городу Бобруйск, конечно, процветать. Финансирование, а это чуть больше 6,5 миллионов рублей, выделялось из областного бюджета. Вокруг зеленые зоны, остановка общественного транспорта, несколько парковок. В микрорайоне продолжается возведение жилья. Здесь же современные магазины, детский сад, школа, физкультурно-оздоровительный центр. Есть поручение отдельной главы государства по уделению особого внимания по уличной дорожной сети и по нашим дорогам, поэтому Могилевская область целиком участвует в этом очень активно. На следующий год у нас запланировано только по местным дорогам сумма увеличится в два раза – 164 миллиона. Поздравить горожан с праздником и перенять опыт приехали гости из городов-побратимов. Заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа дарит 35-й школе трехтомник Владимира Мельникова «Наро-Фоминск и его окрестности в битве за Москву». В книгах речь о событиях 41-го, когда на территории российского города шли ожесточенные бои. Я думаю, что у наших учащихся и у ваших может быть много совместных проектов про историю Бобруйска и его героическое прошлое. Нам очень приятно здесь находиться в гостях и особо приятно разделить празднование такого очень важного и значимого для любого государства праздника – День народного единства. Тем временем делегация города Рыбинска и округа Муром посещает мусороперерабатывающий завод под Бобруйском. Гости обсуждают вопросы экологии, принимают ценный опыт. Планируется, что значимый объект будет самым мощным в регионе – 100 тысяч тонн коммунальных отходов в год. Завод данный предусмотрен под объемы не только города Бобруйска, но он будет межрегиональный завод по приемке на переработку ближайших районов. Это такие как Бобруйский район, конечно же, Глузский, Кировский, Сипоежский, Кричевский. Запуск данного объекта планируется в текущем году. Действительно, необходимо уже переходить на переработку мусора, а не складирование его и утилизацию. Вот, поэтому видим, что на предприятии достаточно много оборудования. Приятно, что это оборудование уже там, российское, белорусское, соответственно, скоро будет работать. Вместе за процветающую Беларусь около 3000 человек присоединились к масштабному велопробегу. Маршрут от Вечного огня до Ледового. Полная дистанция практически 7 километров. На старт вышли целые семьи. Поздравляем наших бобруйчан и белорусов с этим днем, Днем народного единства. Действительно, в городе Бобруйске проходит ряд мероприятий, посвященных этому празднику. Это подтверждается тем, что мы едины и сплочены. Дистанция хорошая, все ровно. Проехались отлично. Самое главное, хочу пожелать белорусам это единства, любви и счастья. Перед началом концерта представители городов-побратимов Наро-Фоминска, Рыбинска и Мурома вместе с председателем Бобруйского горосполкома посетили выставку, где наши специалисты продемонстрировали промышленный потенциал – шины, прицепы, тракторы. После гости продегустировали кулинарные изыски местных кафе, ресторанов и предприятий – драники со сметаной, мясные рулеты, домашние колбаски. Праздничный концерт с присущим ему размахом. Со сцены Дворца искусств председатель Бобруйского горосполкома чествует передовиков предприятий и организаций города. Тех, кто предан не только своему делу, но и родине. Идею учредить такой праздник поддержал президент еще в 2021-м. Главная цель – сплотить белорусское общество. Самый молодой праздник в стране подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность нашей нации и государственности. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Открытый депозит, авансовый платеж и смотри в оба. В камерах фотофиксации скорости – новая функция. Чего стоит бояться? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Около 3,5 миллионов извещений о налогах получили белорусы. В 2022-м плательщики делали авансовые платежи за недвижимость – половину суммы. Остаток сбора можно внести досрочно или частями, но главное, чтобы вся сумма поступила в бюджет до 15 ноября. Оплатить можно через ЕРИП, а также в отделениях банков и почтовой связи наличными либо с использованием карт. Почти 130 тысяч депозитных счетов для многодетных семей открыто по программе «Семейный капитал». Заявления подали почти 76 тысяч человек. На улучшение жилищных условий будут направлены деньги подавляющего большинства. Часть уйдет на медуслуги, образование, товары для инвалидов. Выплаты, напомним, назначаются после рождения, усыновления или удочерения третьего или последующего ребенка. Размер почти 30 тысяч рублей.
В Беларуси дорожные камеры теперь фиксируют не только нарушение скоростного режима, но и отсутствие техосмотра. Сумма штрафа 18 рублей 50 копеек, полбазовой. В перспективе фиксаторы смогут регистрировать проезд на красный, остановку за стоп-линией, движение по полосе общественного транспорта, разговор по телефону за рулем, не пристегнутый ремень безопасности. В Беларуси планируют увеличивать долю безналичных расчетов и развивать бесконтактную оплату. В первую очередь грядет трансформация программно-технической инфраструктуры, это платежные терминалы, банкоматы. На смену первому придут другие способы расчета, в том числе с использованием NFC-модуля. Сократится количество инфокиосков. Кроме того, способы идентификации для держателей пластика станут биометрическими. В стране сохраняется динамика роста продаж новых легковых авто. Спрос превышает предложение. За месяц реализовано 2019 машин. Это почти на четверть больше, чем в июле. Лидирующие позиции по-прежнему у бренда «Geely». Специалисты прогнозируют, в четвертом квартале на импорт транспорта значительное влияние окажет изменение курса белорусского рубля к юаню и унификация с Россией тарифов утилизационного сбора. Полная закрома. В Беларуси завершается уборка зерновых колосовых. Идет сбор кукурузы на зерно, а также гречихи и проса. Заготавливают аграрии корма для животных. Собирают урожай овощей, картофеля и свеклы. Последние планируют накопать 5 миллионов тонн. Такой объем сырья загрузит на полную мощность все 4 специализированных завода. Сладким продуктом будет обеспечен не только внутренний рынок. Страна еще заработает на экспорте. Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше. Картофель фри, картофель пай. Это и что такое? А это такими стружечками жарится в кастрюле в кипящем масле. Ну так бы и говорила, а то пай. Ну и все. Нет, не все. Пожалуйста, картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. В СПК-гигант вовсю кипит работа. На полях экипажи собирают второй хлеб. Сорт картофеля белорусской селекции «Бриз» выбран неспроста. Культура, уверяют ученые, показала себя как надо. Большая урожайность, устойчивость к холодам, иммунитет к болезням. Третий год уже повышаем урожайность картофеля, то есть делаем индивидуальные подходы. Это начинается с подготовки почвы, снесение органических удобрений, минеральных удобрений, потом междурядная обработка, химпрополка. То есть это все одно за одно цепляется для того, чтобы достичь высоких показателей. Труженики на полях с 7 утра до 8 вечера обеспечивают продовольственную безопасность страны, прикладывают все усилия, чтобы собрать урожай качественно и вовремя. Для комфортных условий работы есть все необходимое. Внутри махин все по последнему слову науки и техники. Умная система сама простроит алгоритм. Навигация отследит края поля, климат-контроль спасет от жары. Кондиционер в тракторе имеется, холодильник, ужин и обед. Механизатор, допустим, после работы может заехать на машинный двор. У нас там есть место, где человек может принять душ и то есть и чистым пойти обратно домой. Влажность, температура, количество сорняков. За любой культурой нужен уход. Агрономы ежедневно в полях собирают данные, анализируют. Как результат, урожай картофеля в этом году небывалый. 6 тысяч тонн уже в хранилище. В хозяйстве копка идет на 460 гектарах. Кроме бриза, здесь королева Анна и Ред Скарлетт. 500 тонн в день поступает на приемку. Она осуществляется на 3 фракции. Мелкий, семенной картофель, который будет на посадку весной, и продовольственный, крупный картофель. Царица полей кукуруза гордо занимает 1000 гектаров. Из них 450 на зерно, 550 на корм для животных. В закромах уже около 7000 тонн зеленой массы, в планах 16. Радует и урожайность – 420 центнеров с гектара. Мы купили высокопроизводительный кормоизмельчительный комбайн «Ягуар», в котором установлена новая система доизмельчения кукурузы. Так называемый шреддер, что нам позволяет, значит, повысить питательность корма, значит, его усвояемость. В этом сельскохозяйственном кооперативе выращивают картофель, зерно, бобовые и кормовые. Передовикам области есть чем похвастаться. Они раньше остальных намолачивают первые 1000 тонн урожая, собирают больше других, покупают премиальную технику. Радеют душой за каждого сотрудника. В колхозе трудится свыше 200 человек. Люди работали, невзирая на то, что, скажем так, минимально было количество влаги, было жарко, коллектив не подвел. Значит, вовремя сроки убираем, не задерживаем, поэтому выходные дни тоже работаем. В этом году уборочная
Я считаю, что нас радует. По всей стране сейчас идет активная уборка свеклы. В планах обеспечить внутренний и внешний рынок. Курс на 5 миллионов тонн. Такой объем загрузит на полную мощность все 4 сладких завода. Уже к ноябрю работы на полях завершатся. Елизавета Липеева, Максим Галионко. Итоги недели. Персональная ответственность. В стране вступили в силу изменения и дополнения в закон о гражданстве. Теперь в случае получения вида на жительство или другого документа иностранного государства, которое предоставляет право на льготы и другие преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью, необходимо уведомить об этом профильное ведомство. Срок – 3 месяца. Существует несколько способов, в соответствии с которыми они могут уведомить органы внутренних дел или органы дипломатической службы о наличии таких иностранных документов. Это в первую очередь сделать лично. Функция доступна в системе учета и обработки обращений граждан и юрлиц на едином портале электронных услуг. Для этого нужно предварительно получить цифровую подпись и создать личный кабинет на портале. К слову, за 2 месяца в органы обратилось уже более 6500 белорусов. Более подробно с нововведением можно ознакомиться на официальном сайте МВД. Вкусная точка. С 1 сентября во многих школах страны появилось обновленное меню. Учеников кормят пельменями, бургерами, картофельной бабкой, запеченной куриной голенью. В январе-мае, напомним, более чем в 20 учреждениях образования прошел эксперимент по питанию. Специалисты выясняли, какие блюда больше всего нравятся детям. В итоге решено распространить полученный опыт на все учебные заведения. Правда, переходить на новое меню будут постепенно. Подробности далее. Блинчики на молоке с творожной начинкой и шоколадным соусом – альтернатива второму завтраку. Сейчас я это попробую. Очень вкусно. Минимум сахара, больше кальция, витаминов и клетчатки. С нового учебного года эксперимент по питанию проводится в 17 школах Бобруйска. Изменилось время приема пищи. Теперь с утра завтракают только первые и вторые классы. В меню добавились сырники с какао, блинчики с вишневым джемом, манники с изюмом. В первой гимназии ежедневно готовят в среднем на 200 малышей. В этом году включили в рацион детей больше овощей и рыбных блюд. Для того, чтобы приучить наших деток к здоровому питанию, потому что пищевые привычки формируются годами, и поэтому надо их как-то перестраивать. Старшеклассники вместо привычного завтрака получают полноценный обед примерно через 3,5 часа после начала занятий. Суп только 2 раза в неделю, в остальные дни в меню разнообразное второе и третье. Обязательно в рационе овощные салаты. Каждый четверг блюда национальной кухни. Драники со сметаной, картофельная бабка, биточки по-белорусски. Главные эксперты уже оценили новинки кулинарии и готовы выдвинуть свой независимый вердикт. Все очень вкусно, повара стараются. Каждый день новые блюда. Мне нравятся котлеты и пюре. Любимое блюдо – это печенка с макаронами. Мне понравилась пюрешка и суп. Уплетают за обе щеки. Среди новинок – овощи на пару, пельмени со сметаной, спагетти с запеченной куриной голенью. В топе – творожные митболы с картофельным пюре. В новом школьном меню порядка 230 блюд. Сбалансированное и здоровое питание – цель пилотного проекта. Поэтому в рационе никаких чипсов, кетчупа и майонеза. Жирное и острое тоже под запретом. На сайте нашего учреждения образования размещен сборник технологических карт, блюд и изделий, которые прошли апробацию и получили наивысшую оценку у детей и их родителей. Блюда из этого сборника будут включаться в примерно 2-недельные рационы питания для учащихся. Выбор блюд будет зависеть от количества питающихся детей в школе и от производственных мощностей самой столовой. По-прежнему у продленки остался полдник. Это фрукты, соки, йогурты, печенье, булочки или вафли. В буфетах также практически без изменений. Много свежей выпечки и полезных перекусов. Благодаря пилотному проекту уровень отходов снизился до 20%. Ранее было почти 60%. Ольга Васенда, Станислав Чечерин. Итоги недели. Современное прочтение. В областном театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича. 79-е открытие сезона.
Пьеса Нестерка Бобруйского театра отличается молодежностью. Режиссер совмещает классику и современность. Мюзикл «Эскапада» – дерзкий эксперимент не только для жителей и гостей города, но и для самих артистов. 85% – музыкальная и хореографическая часть с сохранением первой постановки под авторством Георгия Суруса. Много движений, много энергетики. Для нашего времени, вот такого нашего времени, нового времени, это очень здорово смотрится. Это смотрится, слушается. Я бы сказал, что это модерн такой, Нестерка модерн. Спектакль в двух действиях на белорусском языке. Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом. Насладиться Нестеркой можно 7 октября в 6 вечера. Стоимость билетов от 8 до 10 рублей. Небывалая инфляция, современные технологии и массовые беспорядки. На Лампедузе число беженцев превысило число местных жителей. Как так вышло? Далее громкие заголовки мировых новостей. За 2 дня на остров высадилось более 7 000 переселенцев из Северной Африки. Потасовки вспыхнули во время распределения еды в центре временного размещения, который рассчитан на 400 мест и критически переполнен. Сотни мигрантов требуют немедленной перевозки их в другие места. Люди бегут преимущественно из Ливии, из-за мощных наводнений там погибли уже около 10 000 человек. В США наблюдается небывалый рост инфляции – 19,6%. За последнее время продукты питания в Штатах подорожали на 20%, электроэнергия – на четверть, а бензин – более чем наполовину. В начале 2023-го приняты меры для замедления инфляции в преддверии президентской кампании. Однако уже второй месяц подряд ценники вновь растут. Главным фактором подорожания товаров оказалась стоимость газа. Также выросла плата за аренду и недвижимость. Число жертв землетрясений в Марокко уже превысило 2 000 человек, примерно столько же пострадавших. Большая часть находится в критическом состоянии. Такие данные предоставила МВД страны. Основной удар пришелся на город Маракеш и 5 провинций рядом с эпицентром подземных толчков. Развернута поисково-спасательная операция с участием армии. Землетрясение стало самым разрушительным за 120 лет. Греция оправляется от сильных дождей. За 2 дня там выпала 3-летняя норма осадков. Ученые даже говорят об образовании новых постоянных озер. Потоки воды местами достигали высоту до метра и лились по улицам, смывая автомобили. Самая пострадавшая отрасль – сельское хозяйство – затопило 40% угодий. Эта площадь сопоставима с миллионом футбольных полей. Нанесенный дождями ущерб лишил многих не только крыши над головой, но и способа к существованию. Apple презентовала новые модели iPhone 15. Гаджеты оснастили основной камерой в 48 мегапикселей и процессором A16 Bionic. Также компания пообещала, смартфоны будут держать заряд батареи еще дольше. Кроме того, рамки экрана уменьшатся, на его поверхности будет керамическое покрытие. В Pro-версии корпус сделан из титана. Стоимость iPhone 15 с накопителем на 128 гигабайт – $799. Pro Max обойдется в 1199. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся!